Об одном человеке, который отправился на охоту, чтобы отличиться. По древнему обычаю, молодые мужчины, чтобы показать свою храбрость, всегда отправлялись на охоту в глухую пустыню и возвращались домой со шкурой убитого льва, леопарда или какого-нибудь другого грозного хищника. После этого их жены пользовались в любом деле привилегиями по сравнению с женами тех мужчин, которые не совершали подобных подвигов. Поэтому один человек, недовольный тем, что его жена не пользуется уважением, подобно женам, отличившихся на охоте мужчин, и тем, что его не относят к числу храбрецов, отправился на охоту в пустыню в надежде встретиться один на один со львом. Весь день он провел в безуспешных поисках, а когда наступила ночь, расположился на ночлег в русле высохшего ручья. Однако, опасаясь нападения леопарда, он накрылся толстым покрывалом, которое захватил с собой для защиты от зверей. Пока он спал, покрывало сползло с его тела на ноги. В полночь он проснулся и, подняв голову с просонок, принял покрывало за зверя, собирающегося прыгнуть на него. Он молча взял ружье и в упор выстрелил. На землю упали два окровавленных пальца его ноги. На следующее утро, опечаленный случившимся несчастьем, с кровоточащей ногой, он вернулся в деревню. Около дома его встретили соседи и спрашивают: «Но охота была удачной, с чем пришел?» «С подстреленной ногой», — ответил он.